внимайте Дхарме, слушайте Дхарму с мотивацией, которая обращена к практике этой Дхармы с благотворными побуждениями, с мотивацией, которая подразумевает развитие отречения и бодхичитты. oogidoo nangan zuu sharab namba lam tok je sharab namba sum yukula shubi kapa ni kasaan ta gomjung ki

dā dē nāni āsāṋ gōm sē di jūsīmbhārī dīni niluk dīlayāṋ dā jidāṋ ānsū lāṋdur kī kāpsula nī lāṋ kī ñam sūlaṋ kī kāpsula niluk sē jidāṋ thār tū 랑도르 기늘우세 되죠. 아. 벤아. 찌르룽아기. 랑도르다. 제라도드니 샘기 윤댕기 차다. 균기 차디. 아, 랭니 셰비 토니. 아니 아. 랑도르지에 달아트니. 아, 소 군수밤 람기늘우세 되니. 음. 따텐절랭이 셰스. В настоящий момент обсуждаем три вида мудрости. Мудрость, которая возникает. в настоящий момент мы обсуждаем три вида мудрости. Мудрость, которая возникает благодаря учебе, мудрость, которая возникает благодаря размышлениям, и мудрость, проистекающую из медитации. В этом контексте мы в настоящий момент беседуем о мудрости, которая проистекает из медитации. И мы уже в какой-то степени эту тему успели рассмотреть. Мы говорили, что два важных пункта, которые содержатся в соответствующей строке, в строке, которая говорит «Свет рожденной медитации озаряет естественное состояние в точности так, как есть». Два важных пункта, которые мы здесь обсуждаем, это понятие медитации и понятие естественного состояния. Таким образом, мудрость, которая проистекает из медитации — Именно на ней мы до сих пор сосредотачивались, и мы поставили вопрос, на чем же мы на самом деле медитируем, что является объектом нашей медитации и рождает мудрость, которая из медитации проистекает. И в этом случае то, на чем мы медитируем, это и есть естественное состояние или подлинная природа, подлинный способ существования. Мы завершили обсуждение того что же подразумевается под медитацией и начали обсуждать и уже обсудили в некоторой степени вопрос о том, что такое естественное состояние. Мы упомянули что здесь мы видим два контекста один из них это контекст практики пути в рамках которого мы беседуем о том, что следует отбросить и о том что следует осуществлять. второй второй возможный контекст, это естественное состояние окончательного уровня. И до сих пор мы посвящали себя обсуждению именно естественного состояния на пути то есть того, что следует осуществлять, и того, что следует отбросить. В этом контексте мы в целом можем беседовать о действиях тела, речи и ума, применительно которым мы понимаем, что нужно делать, от чего следует избегать. Но. Если говорить о более определенном уровне, мы можем сосредоточиться на самом уме. Мы поняв преимущества и недостатки определенных действий, мы можем соответствующим образом упражняться на пути. И здесь мудрости естественного состояния или подлинной природы вещей будет считаться именно такое понимание. 음. 괜히 나치당 아. 카르투기 닐룩스니 아. 숭아텔아티니 아. 쳇함제기 랑신남. 코랑긴고. 괜히 아.

Когда же мы беседуем об окончательном, естественном состоянии, естественном состоянии окончательного уровня, мы обсуждаем природу, сущность, природу всех явлений, под чем подразумевается нечто несотворенное, нечто, что не создано обозначениями или проекциями со стороны, со стороны нашего ума.

Nyung mek isim. Tini uh, ngazhu nyingma weki chweke kapsula uh, dy mekin kombo am kundu sangpo isini. Uh, Tatim su -so chasana uh, Tardukin niludiki uh, mingin Существует множество синонимов, которыми обозначается окончательное естественное состояние. В традиции Кагью обсужд... рассматривается понятие махамудры. В школах новых переводов описывается неизмышленная таковость естественное состояние. В традиции Нимма естественное состояние также называется окончательным состоянием Саманта

В данном случае, в рамках этого курса, мы обсуждаем Уттаратантру Шастру. Темой этого трактата является природа Будды. В этом контексте мы также встречаем понятие природа Будды, которое является, используется как синоним понятия естественного состояния, в особенности в традициях Кагью и Нигма. В особенности именно в этих традициях мы встречаем много терминов, которые связаны с природой ума, где природа ума описывается как природа Будды. Мы довольно часто говорим о природе Будды как о природе, о природе, Будды, как о природе ума. cha cha ma la nga kapsu la tani, niluk chi shin se se ki tatuk niluk tila kechi shi yon tu tani ta chidang tatuk niluk ti tira wa, ina yaan ta anzu ta nyamlin Lu ngape nilu dang, sim ngape nilu, si ni ki taani ki ni, tanda Aung komchungweki nilu je was this of um в нашем контексте, в контексте молитвы и устремления Махамудры, где речь идет об естественном состоянии так, как есть, подразумевается следующее. Когда мы практикуем, нам необходимо продвигаться по различным этапам последовательно. И в этом контексте естественным состоянием также называются два

Поскольку молитва устремления Махамудры это текст, который принадлежит именно к системе Махамудры, нам необходимо использовать терминологию, которая исходит из контекста тантры или тайной мантраяны. tini nangzu um gana gumba she da ka jyu da wo na cha xia wai nan dini a pe ja um xiong tama tama de la dini ge chin bo shu sun ji zi ge ba re a nang da 250 ni samon nang tana gyulamaa tensoonaa la zo sem ngopi nilukti kante yimen ti dashi dapela sobe kuni gyachimbo gyab yunguwaa le la teni saman naa tuen taa gyul taani naa tensoonaa la aani chidang le sem nyika taa lakpaar to teni dwi ngopi nilukse tenso kwa la teni kante yimen taa В, в, в Кагипинских монастырях и в монастырских университетах, то есть шедрах. Эта тема становится необычайно важной, и ей посвящены три чрезвычайно важных текста, которые изучаются в Кагипинской системе. Один из них — это текст Забма Нангдун, второй — это Хиваджра Тантра, и третий — это Утра Тантра Шастра. И у Таратантра Шастра, в частности, содержит множество объяснений, относящихся к естественному состоянию, а также к природе ума, в то время как другие тексты описывают, описывают подлинную природу с точки зрения физических практик и дают эти объяснения с большим количеством деталей. Какие

아니 루디 데바체단 샘티 키바지 니가 그거 그랬어 근데 이난네 찌마도면나 데기 포손 소바디 용토그 예 말했으면 되더니 아 강달 덧디나 데 데기 세야 됐는가 루샘 니가기 데도단 아 두디브레 Как же э, все это осмыслять? Почему нам необходимо практиковать как с точки зрения тела, так и с точки зрения ума? Почему мы проводим это различие на практике, связанной с телом и с умом? Тибетский термин, указывающий на счастье и благополучие, обозначающий счастье и благополучие, деки содержит два слога, состоит из двух слогов. Обычно мы переводим это понятие деки просто как счастье, но на самом деле в самом термине заложены два компонента – счастье и благобытие, или благополучие, или благополучие и счастье. Аспект благополучия на самом деле указывает на физическое благобытие, на физическое благополучие. А второй слог ⁇ ки ⁇⁇ счастье, радость ⁇ указывает на умственное благобытие. И сам этот тибетский термин ⁇ деки ⁇ указывает как на физическое, так и на умственное благополучие счастье. Вместе, вместе они образуют подлинное счастье. Для того, чтобы обладать подлинным счастьем, нам необходимы оба этих компонента или можно сказать, вместе они образуют, вместе благополучие тела и ума образуют подлинное счастье. Лишь когда и тело, и ум переживают благополучие, мы можем говорить об истинном счастье, о счастье настоящем. Если одного из этих двух аспектов не достает, тогда счастье в полном объеме не присутствует. Таким образом, для того, чтобы обладать подлинным счастьем, для того, чтобы переживать подлинное счастье, в соответствии с этим тибетским термином, нам необходимо обладать как физическим, так и умственным благобытием. Иная

ясное разделение между... проводим ясное различие, явное различие между телом и умом. Однако здесь, в данном контексте, благополучие и счастье также включает элемент тела, ведь упор в мантраяне или махамудре делается на блаженстве, физическом блаженстве, великом блаженстве или счастье, которое переживается.

Lui ki nesha sayati kandichila ngozhin segirisa na nga ranzu ki lui sayati latha, chidang lui sayati shab thak kyangpa sayagaya marayata nga so lui sayati tanga di nangki energy tabu sayaraba, nyupa tabu sayaraba, dhudzula sayagaya. Di di tu yongdui dini manzo

в взаимоотношениях опоры и опирающегося. Тело — это опора, а ум — то, что на, эту, на это тело опирается. Если задуматься о том, что вообще такое болезнь, например, болезнь физическая, нам нужно понять, что тело, телом Здесь называются не только наша плоть и кровь, но и энергетические потенциалы, которые образуют нашу физическую составляющую. Когда эти энергии выходят из равновесия, когда они растревожены, когда они неуравновешены, само это неуравновешенное состояние мы называем болезнью или недугом. То же самое. Касается и ума. Именно об этом мы говорим, когда говорим о психических недугах. Психическими расстройствами мы называем растревоженные состояния ума. Но в каких случаях ум растревожен? Когда ум не потревожен? Когда ум не потревожен, когда ум пребывает в уравновешенном состоянии, мы свободны от психических недугов. Однако, когда ум растревожен, когда он не уравновешен, мы подобное состояние называем умственной болезнью, душевной болезнью. Таким образом, тело и ум также способны в этом смысле влиять друг на друга. Когда ум растревожен, когда ум болен... Эта болезнь ума может повлиять на тело. Аналогичным образом, и в результате тело заболеет. И наоборот, болезнь или недуг тела может повлиять на наше психическое, умственное здоровье, в результате чего заболеет наш ум. Таким образом, существует эта взаимосвязь, где тело и ум друг на друга влияют.

влияют, ум описывается как более мощная из двух составляющих. Способность ума влиять на тело больше, а контроль, тело, которым тело обладает над умом, считается менее мощным. Шира,

обычные люди. Обычным людям очень сложно провести различия между физическим и умственными, физическими и умственными состояниями болезни. Если а мы больны телом, а эта физическая болезнь очень быстро также начинает сказываться и на нашем умственном благополучии. Физические недуги очень мощно влияют на наш, как обычных людей, ум. Однако в случае с опытными практикующими, эти практикующие в гораздо большей степени способны разделять эти виды недугов. Было немало примеров практикующих, которые даже когда тело их было в очень больном состоянии, было поражено очень мощным недугом, все равно были способны сохранять ум непотревоженным, были способны оставаться в состоянии, которое было непотревоженным и устойчивым, даже несмотря на то, что тело было поражено сильной болезнью. Nyindi, ngogo tatiyi imba kaanshila yaa lega jiyo ndiyo ko dewa chimbuchiyo ka jiyo sunguyo yore, dindiyo nyamlayi aantiyo naashin chiyo yore Tati pyesha naa nganzu semdiy daa ko nganzu ina software daa wache annyi sugu di hardware daa wache daa kwenyi chidangchina

тот факт, что хотя тело и ум являются разными сущностями, на уровне, на практическом уровне взаимосвязь между ними очень сильна. Их взаимосвязь является очень мощной. И мы, например, можем рассматривать эту связь как аналогичную связью между железом и софтом, программным обеспечением, технологической составляющей и программной составляющей. А ум — нечто не физическое, тело — нечто физическое. Для того, чтобы они функционировали, для того, чтобы они были способны что-либо осуществить, эти два элемента должны трудиться вместе. Они оба необходимы для того, чтобы все работало. tadi ani pena nga ju suputi nang la neba zo de sum ye sum ma re tang ju lung da ti ba se ge wa to ti na ta ji ne neba zo da sum di chan yam de ni suputi de yo yong ge ye sum ba re ta de na ni ka ji chu yong de shu chi cha de ti ne nga ra ju 수빈에서 먹고 용거였어. Когда мы, например, смотрим на тело, то обычно опознаем три основных вли... источника влияния это ветер, желчь и слизь. Когда эти три компонента находятся в равновесии, когда они уравновешены друг с другом, мы

или привязанность, отторжение и гнев и неведение. Если, однако, вернуться к теле, к тем, к теме тела, мы можем говорить о естественном состоянии тела. И здесь под телом опять-таки подразумевается не плоть, подразумевается не плоть и кровь. Это лишь очень грубое проявление тела мы также можем рассматривать тело с точки зрения как то, что связано с нашим постижением, с нашим познанием. И это тонкое тело, так называемое тонкое тело. И в этом случае мы говорим о каналах, каплях и ветрах. Или в некоторых случаях речь идет также о каналах, ветрах и сознании. 드니다 아 먼저 음 차진라 소백 값을 내는다 제가 아 남기 나루 추둑다 드니 자롱 드니기 냠린 나오 토니 아니 르 네드 눈발아 테니티니 심 라이크 유아 테브 주야다 심기 아 겐기 차든 소파

где выполняются различные практики каналов и ветров, практики цалунг. И эти практики позволяют нам использовать тело для того, чтобы повлия... для того, чтобы оказать влияние на ум. То есть, опираясь на тело, мы оказываем влияние на ум, благодаря чему проблематичные аспекты. Ума можно ослабить, а благотворные качества можно породить там, где их прежде не было, и усилить там, где они уже присутствовали. В этом смысле такого, в этом контексте существует большое количество практик. да то лила Kyushu di zu tanga zipena 잡게이나 dhiyabu kiyo ina, gaya 아니 dhiba ina, ane di ki gomdiyakpo yunga yore sunga yorwa. Ane lu ki tabla teni semla to ziyakpo yunga tabshichi yore. Ta yaan zi ku tokwa tumba dhigwa yinba Говоря в целом, когда мы беседуем о взаимоотношениях тела и ума, когда мы беседуем о них а, на уровне новичка, влияние тела на ум, на уровне новичка будет очень мощным. Когда мы только начинаем медитировать, положение нашего тела играет очень большую роль. Ведь поза нашего тела становится методом, позволяющим нам медитировать. Позволяющим нам а, также поразить и надлежащее состояние ума. И потому, когда мы сидим правильным образом, как объясняется, и медитация наша складывается правильным образом. Однако в случае с продвинутыми практикующими все

Приведем пример, когда мы... В качестве примера можно вспомнить о лампочках и переключателях кнопки включения. Когда мы нажимаем на... Предположим, когда мы нажимаем на переключатель, переключаем... Рычажок в одну сторону загорается красный свет, а когда мы переключаем его в другую, загорается белый свет. Нечто схожее происходит и в контексте взаимосвязи между телом и умом. Когда наша физическая поза оказывается правильной, мы способны поспособствовать, мы в силах поспособствовать возникновению благотворных аспектов ума и ослаблению аспектов неблаготворных. Таким образом, между телом и умом существует очень мощная связь.

Это в первую очередь относится к тонкому телу. И в этом контексте мы обсуждаем каналы ветра и сознание. И, а для того, чтобы описать взаимосвязь между этими тремя, тремя компонентами, приводится аналогия, которая сравнивает их с дорогой, лошадью и наездником. Если у нас очень хорошие дороги, лошадь сможет по одной из таких дорог свободно бежать. А куда бежит лошадь, туда попадет и наездник. Что подразумевается под этим примером, под этой аналогией? Сознание подобно наезднику на этой лошади. Куда лошадь идет, туда попадает куда идет лошадь, туда попадает и наездник. А лошадь это должна идти по какой-то тропе, по какой-то дороге. Только по дороге она сможет бежать. И здесь эта лошадь аналогична нашим энергетическим ветрам. Этой лошади нужна дорога, и точно так же нашим ветрам нужны каналы, по которым они могли бы двигаться. Куд... Лошадь пойдет туда, куда ведет дорога, а вместе с лошадью туда же попадет и наездник. Аналогичным образом, наши... аналогией для наших каналов как раз-таки является эта дорога. Там, где присутствуют каналы, туда движется и ветер, и туда же движется и наездник, то есть сознание. Это наездник, этот наездник, это сознание попадает туда, куда идет лошадь ветров.

Пример или аналогия того, что под этим подразумевается, такова. Прямо сейчас мы видим формы, глазами мы видим формы, ушами мы слышим звуки. Почему все это возможно? Благодаря тому, что функционируют все эти аспекты нашего тонкого тела. Все это возможно благодаря тому, что ветра движутся в каналах сознания.

kāṅpa 여러분 yor wā, kōrāṅ kāṅpa lāpo tā, inā mīk yor māre tā lōng tī tī nā shīn 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 sī tā rī tī nī shēpa tī kāṅpa yor māre sī lāwā rī mīk yor rī sī lāwā rī tā ngā su pēchī shā na tā lōng В особенности это касается связи... Э, в особенности мощная связь между ветрами и постижением, познанием. Существует множество различных видов ветров, грубые, тонкие, чрезвычайно тонкие ветра, как утверждается, чрезвычайно сложно отделить от нашего умственного познания. Сама наша способность познавать и тончайшие ветра очень мощно друг с другом взаимосвязаны, очень мощно друг на друга опираются и их по-настоящему сложно друг от друга отделить. Именно нас такова, настолько сильна взаимосвязь между этими двумя аспектами. А иллюстрация, которая показывает, насколько тесно эти аспекты друг с другом взаимосвязаны, это аналогия с слепой лошадью и безногим наездником. Для того, чтобы лошадь... А для того, чтобы где-либо оказаться, эти два аспекта друг друга полностью поддерживать. Слепая лошадь никуда сама по себе не доберется, но точно так же никуда не доберется и безногий наездник. Ему эта слепая лошадь необходима. Слепая, незрячая лошадь и безногий наездник должны чрезвычайно активно сотрудничать. Связь между ними должна быть чрезвычайно мощной. Такова аналогия, такой пример, который показывает, как постижение, как, которая показывает а, чрезвычайно тесную связь а, между постижением и тончайшими ветрами. Динду um...

очень важна не только в контексте тибетской медицины, но и в целом в традиционных медицинских системах Азии. Но в особенности в тибетской медицине, где мы обсуждаем, мы говорим о психических расстройствах как о расстройствах ветров, как о проблемах, которые связаны с ветрами. И медицинская терминология для Описание наших э, психических расстройств связано с различными расстройствами лунга, то есть ветра, внутреннего ветра, и существует множество различных расстройств подобного образа. И все это опять-таки связано с аналогией, где описывается незрячая лошадь и безногий наездник. Когда Эту лошадь не направляет наездник, а лошадь бросается куда попало, бегает куда попало, пугается и выходит из-под контроля, носится куда попало, несется куда попало. Собственно, именно такую аналогию мы можем привести при объяснении таких современных проблем, как того, что в наше время называется тревожностью, депрессией и так далее. Все это различные виды расстройства наших ветров. Различные расстройства ветров.

Но на самом деле, ну, важно понять, на самом деле подразумевается движущаяся энергия, энергия движения, энергия, которая позволяет чему-то сдвинуться с одной точки в другую. Это энергия, которая позволяет нашему сознанию перемещаться между объектами. Для того, чтобы наше сознание могло перемещаться между объектами, требуется энергия, которая допускает подобное движение. И именно эту энергию движения мы здесь и называем

Думаем о физических объектах, физических предметах, таких как, например, автомобиль. Для того, чтобы автомобиль двигался, ему необходим двигатель, необходима какая-то составляющая, которая обеспечит движение. Для того, чтобы ум соблазнился объектами, для того, чтобы ум двинулся к объектам, ему также необходимо

если, скажем, рассмотреть процесс зрения для того, чтобы акты зрения происходили, должна разворачиваться некая активность мозга, должны происходить некие неврологические движения, некое, должно присутствовать некое неврологическое движение которая опирается на некий потенциал или некую энергию, определенную неврологическую активность. Для того, чтобы мы видели внешние объекты, необходимо активировать э, uh, нейротрансмиттеры, верно? Необходима активность нейротрансмиттеров, верно? Нашо, та тортина, хмм, та назу дела тени, тенде кита, а тортина намше та тела дела да го дева чена number she pass then number she be kit ten di lung che then tā tīndhī dīyāng chī sūksū tūpa tīndhī khāyām mārī khorāṅ khorāṅ īchī nīvā tawā chīlā tsōgō sīgīvā rē sūkme kī tīnī sūksū mārī tūpi dūlu tūpa māyīmbā tīndhī kī tīnī nīvā koo maangpochik ki 하드웨어 way dawati kochaadiki 내가 paindu naka chupochi tsugi iyo warayla an dhe nyi la namgiyu 테니 ten baasaygarwa thawi luyi dhunzu la ten tens la dhe Вкратце мы беседуем о различных состояниях сознания и обобщенно описываем то, как именно наше постижение, наша активность нашего сознания опирается на ветра, а ветра опираются на сознание. И здесь мы говорим не о грубом уровне тела, Не о материальной форме, которая состоит из частиц, а о тонком теле, который связан с энергией, движениями энергии. Каналы, ветра поддерживают процесс нашего постижения опираются на процесс, а поддерживает процесс нашего постижения а неведение постижения и неведение, которое либо разворачивается, либо не разворачивается. В этом смысле мы можем рассматривать тонкое тело как техническую составляющую компьютера, так называемое железо. И в этом смысле тонкое тело выступает в качестве опоры для сознания, позволяя сознанию проявляться и функционировать. Таким образом мы описываем связь между тонким телом и умом. Тело описывается как а тонкое тело, описывается как опора, а ум как то, что опирается. yaqoo miirpujik 아 jibbala luy ngopit nilukdinsu nyamlin chibukuyo yu sunggharay ani dendekii luy ngopit nilukdinsu tat tsalung kikordi nga ke kabsula sunggharay nga ke kabsula ta tabkebi rinpa ta, sherab dzogbi rinpa asina nga ke nyamlin chazantik di nyi nangla sung 아니 저부터 아 셔럽 조브림 바스니다 조그림 개념량 캡슐아드니 아음 근접 장초의 심 미그렌 대화 진보 댄스니다 되는 마부순그리 в силу этих причин, когда мы рассматриваем естественное состояние применительно к телу, мы также встречаем объяснения по этой теме и в учениях сутры, в сутрических учениях об отсутствии характерных признаков, когда мы рассматриваем учение о четырех применениях пометования, пристальных применениях пометования. В этом контексте мы рассматриваем применение пометования к телу, чувствам, уму и явления. Тело рассматривается как непостоянное, чувство как имеющую природу дуки, а ум как пустотный. В этом контексте мы также встречаем э, переход, видим переход от тела к уму. Когда мы думаем о том, что медитация озаряет естественное состояние в точности так, как есть, мощная связь между естественным состоянием тела и ума, э, Явным образом выясняется в контексте мантраяны. Именно в мантраяне на этой связи делается особый упор. Для того, чтобы мы постигли, поняли естественное состояние ума как сущности, нам необходимо полагаться на практику естественного состояния а, или подлинной природы тела. И именно... В этом контексте мы видим, мы встречаем а, практики Цалунг, то есть практики каналов и ветров. В целом, в Мантраяне все практики Мантраяны можно обобщить а, в контексте практик, ведущих по рождению метода и по рождению мудрости. Знание, постижение естественного состояния ума

называются шесть йог наропы, а путем освобождения практика путем освобождения практика Махамудры. От нинмапинской традиции мы выделяем три аспекта. Стадия зарождения, под которой подразумевается метод. Затем стадия завершения, Практика стадии завершения, которая относится к аспекту мудрости, и великое завершение, то есть цзок Чен, великое совершенство. Ты не... ta chidang nga zu sem ki ten di karere se ete sanotang na peche ta desuita minamangpo yore kashi tadu dhan dewa yota pare, kashi rikshun dhan dewa yota pare dwa pechang nga zu chidang sanotang bayi na beba chigla kechite bayi na sem gawa yore slama nga zu die la oată,

где находится ум или спросим что является опорой для ума, мы получим разные ответы в зависимости от того как, в контексте какой философии или культуры мы эти вопросы изучаем. Если мы например спросим тибетцев, где находится ум, тибетцы сразу покажут на укажут на область своего сердца. Если мы спросим, где находится, ум жителей Запада, большинство людей покажут на мозг, тыкнут пальцем мозг. Так что существуют подобного рода различия. Однако в Азии, в особенности в буддийских учениях, опорой ума считается область сердца.

Uh, wang buh, uh, wang buh um, orphan se korwa, ge chenpu je imbala ngu zin chigo gore uh, dine uh, da kandar uh, lepa dang, sim nika lepa dang, niga da nying se korwa, niga nyamdo nyamdo laga chini dine uh, sheba di je gu gore se, da dine ge uh, nga kapsula, da И для подобного рода соотнесения ума с сердцем есть множество причин. Но если в целом рассматриваем учения сутры, которые описывают различные характерные признаки явлений, в рамках этих учений описываются отличительные черты чувственных органов и так далее. И в этом контексте, в, этом, в контексте этих учений, мозг отдельно не упоминается, функции мозга отдельно не описываются. Однако в учениях мантраяны, в учениях тантры, мозг на самом деле упоминается и описывается как чрезвычайно важный орган, который способствует, который является опорой для определенных способностей. И в этих учениях говорится, что мозг и сердечный центр должны работать в связке. Ta nying 서브컨셔스 sub-conscious 아니 레버 디 컨셔스 Ani lepa di conscious mind da wu. Chi ngansu namchiyo nangba ki bachak se kizhi she erwa. Ta kunshin namchiyo. Ta nangba kizhi sheba kizhi she ondo ko wangbo dangbo kizhi she erwa. Ani kari je bayi na ya ten kunshin namchiyo eki mi shetang, na shetang, chi shetang la sukwa tinsu an dita thamshiki jungsaagi shiza sabun da wati sem yi kunshi, kunshi nambar shepa tindul pachaa shakwa pati mimbala tini jungba resh tishike wara tindita nyingi ti sub-conscious mind da wata pechi tindee da wachik aa, dati, nye Если описать все это самыми простыми словами, можно, пожалуй, сказать, что сердце и ум, сердечный центр и ум связанные с подсознательным. Сердце и мозг соотносятся с подсознательным и сознательным умом. Сердце соотносится с подсознательным слоем, а мозг соотносится с уровнем сознательным. В буддийской традиции мы говорим о привычных склонностях, которые которые остаются в сознании сокровищницы, то есть в Алая -Виджняне. И эти привычные склонности, в силу созревания этих привычных склонностей в сознании сокровищницы, затем проявляются различные видимости. В рамках определенного процесса проявляются различные видимости. Например, то, что воспринимается зрительным сознанием, слуховым сознанием и так далее. Все видимости, как объясняется, проявляются в силу того, что созревают привычные склонности Алая Веджняны, сознания Всесокровищницы. В этом смысле, в этом контексте мы, пожалуй, могли бы соотнести ум, э, ум э, или Алая виджняну, ум Алая Веджняны с сердечным центром, то, что мы здесь обобщенно могли бы назвать бессознательным или подсознательным умом, а те акты восприятия, которые проявляются с этого уровня, осознаются нами, познаются нами сознательно, э, все это мы бы соотнесли бы тогда а, с мозгом. Эм, в текстах содержится не такое в буквальном смысле объяснение, но так мы бы могли это все, если бы мы попытались с... провести более современную формулировку этой связи, этих взаимоотношений, мы могли бы использовать такой вариант. А, хотя я могу ошибаться. 嗯 ジナエンデルワン関数南北給semgejexiewanggaosu la dini namshezoge da de nanne wangshe dan yi xie se di yew yew se bu ji ge le ani dini de gan na xin ge ga zu namshe ke dang dan namshe ge dian tai we lue de gexie wang du dini ta ca zu su ma roman kyang ma dan de gan na xin ge

Этой классификации проводим ясное различие, ясное, явное разделение между чувственными сознаниями и сознаниями ментальными. Когда мы говорим о том, как эти сознания проявляются, когда мы говорим о том, как это сознание или как этот ум проявляется, прослеживаются связи, мы указываем на определенные связи с каналами и ветрами. У нас есть три основных канала, центральный канал и два боковых канала, правый и левый. И в этом же контексте мы также говорим о важности или значимости чакр, среди которых как особо важная описывается чакра сердечная, Это, так скажем, мать всех чакр. В рамках этих описаний я и привел те аналогии, которые мы только что обсудили.

упоминание естественного состояния. Естественное состояние может здесь рассматриваться с точки зрения двух аспектов тела, аспекта тела, сущности тела и сущности ума. Именно так мы описываем это естественное состояние в контексте практики. Тело и ум, между телом и ум существует связь, которую мы описываем как связь опоры и того, что опирается. А когда мы практикуем, мы стараемся привести в уравновешенное состояние свое тонкое тело, его каналы и так далее, и сам процесс познания, постижения. Ведь... Ведь э, каналы и так далее поддерживают ум, являются опорой для ума, и потому работа с ними и составляет элемент, аспект э, метода на пути. Более подробно о естественном состоянии мы побеседуем в следующий раз. Чанчу сэмчу римпу че ма ге па на гоне гонду пел